Качество сотовой связи на многих российских трассах пока еще оставляет желать лучшего. И в критической ситуации это может сыграть с водителем очень злую шутку. Управляющие компании об этой проблеме знают и уже пытаются ее решать. Так, например, компания «Автодор» на новой трассе М-11 «Нева» создала целую инфраструктуру, которая обеспечит стабильный сотовый сигнал на всей дороге. Трасса М-11 «Нева» открылась в ноябре прошлого года. Связывающая две российские столицы магистраль уже обустроена местами для отдыха, заправками с бесконтактной оплатой, круглосуточной службой аварийных комиссаров, а теперь и стабильной сотовой связью. На реализацию проекта от идеи до монтажа базовых станций мобильных операторов у государственной компании «Автодор» ушло меньше года. Так, на М-11 были построены антенно-мачтовые сооружения высотой 39, 48 и 70 метров с частотой размещения друг от друга порядка 3,5 километров, что в совокупности с современным оборудованием операторов позволило М-11 стать первой в России федеральной автомобильной дорогой, обеспеченной на всем протяжении голосовым сигналом и передачей данных по стандарту 4G. Бесперебойная связь на построенной с нуля трассе – это не только комфорт, но и безопасность. Возможность позвонить в службу спасения, связаться с родственниками. Пока оценить качество сотовой связи на трассе М-11 могут лишь абоненты МТС. Остальные операторы, как ожидается, разместят свое оборудование до конца нынешнего года. На данный момент только компания МТС ввела большую часть, а именно 95% своих базовых станций от запланированного объема, что на текущий момент уже позволяет обеспечить голосовым сигналом всю протяженность М-11 и 4G в Московской, Тверской и Ленинградской областях. Подробное сотрудничество дорожной компании и операторов сотовой связи, по сути, беспрецедентное. Так как государственная компания не является собственником непосредственно оборудования, с нашей стороны задача звучала примерно следующим образом – обеспечить подъездные пути. Несмотря на то, что это не является распространенной практикой вне населенных пунктов, мы сделали все возможные усилия для того, чтобы операторам было комфортно обслуживать свое оборудование. Опыт создания инфраструктуры для операторов сотовой связи был признан успешным. А потому в обозримом будущем подобная система появится и на других магистралях, которые обслуживает «Автодор». Это центральная кольцевая дорога и магистраль М-12 Москва-Казань, которые еще предстоит построить.